Сегодня 11 января 2013 года. Мы зашли в зимовник и делаем осмотр. Сегодня 11 января 2013 года. Мы находимся в зимовнике. Вот вы наблюдаете 3 градуса тепла на улице, плюс 7. Но тут еще терпимая температура. Вы наблюдаете улей. У литка отравы нету, хотя я положил неделю где-то полторы назад, вот вы видите. Мышиного кала не наблюдается, тишина. Поели. Все. Нету ничего, вот пустота. Ну, вроде сидят тихонько, не гудят. Смирно сидят. А эта семья что-то опять гудит. Мы будем ее контролировать. Вот из всех 4 она одна гудит что-то непонятное. Вы послушайте. Немножко подмора тут. Неважно, тут пчелки тоже немножко. Улитка сидят. Вот выставил я травы перед улями. Посмотрим через некоторое время, как среагируют по второму разу мыши. Будут, не будут они есть или вообще они есть ли тут. И тут его разложил я. Тоже там в углу. Посмотрим, съели они, не съели. А траву будет ясно через 2 недели.